Всем привет! В продаже появился Mitsubishi Lancer 2012 года выпуска с объемом двигателя 1,6 литров в отличном техническом и внешнем состоянии. Давайте заглянем в салон. Хорошее состояние салона. На заднем ряду имеется центральный подлокотник с подстаканниками, а также три подголовника. Передняя часть салона также в хорошем состоянии. Имеется центральный подлокотник, подстаканник и пепельница. Теперь давайте пройдемся по комплектации. В данном автомобиле имеются передние и задние электростеклоподъемники, электропривод зеркал, мультируль, сенсорная мультимедиа, кондиционер, подогрев заднего стекла, розетка на 12 вольт, коробка автомат. На данный момент двигатель запущен, никаких ошибок не горит. Пробег составляет 193 тысячи километров. Ну а если вам понравился данный автомобиль, все контактные данные вы можете найти в объявлении. Приобрести его можно за наличный расчет, по системе Trade-in или в автокредит. Находимся мы по адресу улица Азина, 83, автосалон «Столица». Всех ждем!